Юные волгоградцы отправились на каникулы с Росгвардией. Дети военнослужащих побывали на закрытой от гражданских глаз базе СОБРа «Вектор» и увидели, где же пропадают родители. На экскурсии побывала и Лейла Джумалиева. Сотрудники вневедомственной охраны действуют, как всегда, оперативно. За секунду они предотвращают ограбление и задерживают преступника. Конечно, ситуация постановочная, но именно она ярко иллюстрирует деятельность подразделения Росгвардии. Сотрудники элитного подразделения «Собрый вектор» показали все, что таится за неприступными для гражданских лиц воротами. Рассказали, из чего состоит экипировка сотрудника ОМОН, показали образцы вооружения и военной техники, а также места тренировок для выполнения служебно-боевых задач. В зале смелых и опытных защитников сменили юные последователи. Здесь рассказали мне, как надо обороняться, научили, как нужно боксировать. Ну, вообще, очень интересно. Вот силу можно здесь прибавить, чтобы обороняться, если на тебя там, не знаю, нападут. У меня папа сотрудник Росгвардии. Я считаю, что сотрудник Росгвардии должен быть умным, сильным, смелым и дисциплинированным. Каким должен быть настоящий защитник Отечества, ребята узнают не впервые, ведь их родители посвятили своей жизни служению Родине. Теперь и они пробуют себя в одном из направлений. Всем отойти, пропускаем спецтранспорт. Ребят знакомят и с опытом, который прошли бойцы. Вся история вневедомственной охраны Росгвардии России свидетельствует, что в ее рядах нет и не было случайных людей. Каждый предан делу и своему отечеству. А мы работе с детьми уделяем очень много внимания. Это вопросы патриотизма, это вопросы актуальности службы и актуальности деятельности по защите Родины, по обеспечению охраны общественного порядка. Я хочу, чтобы дети посмотрели на нас, как на защитников Родины и Отечества, и может кто-то из них выберет такой же путь для себя в дальнейшем. Уникальная возможность не только прикоснуться к настоящему оружию, но и опробовать себя в роли спасателя человеческой судьбы. Благодаря профессионалам ребята узнали, как правильно обращаться с пистолетом. Вы условного террориста условно поразили, то есть вы освободили заложника. Поздравляю. Мой папа служит, поэтому мне было не страшно стрелять. Они увидели, насколько сложна работа и служба отцов и матерей. Сталкиваясь здесь с оружием, конечно, мы не хотели напугать наших детей, а показать, что это оружие как раз направлено для того, чтобы обезопасить жизнь нашего мирного населения. Я давно хотел побывать на базе спецподразделения. Мне очень сильно понравилась выставка оружия, тренажерный зал и полоса препятствий. Еще мне понравились сотрудники спецподразделения, так как они могут о всем рассказать, что находится на этой базе, помочь и отвечать на все вопросы. В будущем я хотел бы стать тоже СОБР. Этот день точно запомнится ребятам надолго. И, может быть, именно эта экскурсия навсегда разделит их жизнь на до и после и сделает служение Родине смыслом жизни. Лейла Джумалиева, Глеб Волков, «Время новостей».